Новый автобусный парк появился в Семе, и его презентация прошла на центральной площади города. Предприятие приобрело 20 комфортабельных автобусов. Новые машины зарубежного производства. Курсировать они будут по двум городским маршрутам. Автобусы просторные и очень теплые. Отметим, что при открытии автобусного парка было создано почти 100 рабочих мест. Ставим перед собой задачу. До августа месяца на всех основных маршрутах везде будут ходить автобусы новые. Причем в перспективе мы понимаем, что сегодня, покупая, значит, вот эти автобусы, мы инвестируем в экономику чужой страны, поэтому упор будет делаться на отечественного товаропроизводителя. Наше предприятие настроено отличаться. В обязательном порядке персонал, обслуживающий данные маршруты, будут постоянно одеты в формах, бейджиками, объявления остановок, все будет соблюдаться.